Английский кокер-спаниель – невероятно общительная и жизнерадостная собака. Это животное сделает все, чтобы доставить хозяину положительные эмоции. Представители этой породы преданы и послушны. Они невероятно легко привязываются к человеку. Английский кокер-спаниель – это порода собак, которая отличается выносливостью, яркой внешностью и способностью быстро искать пернатую дичь. В этом ей помогает чувствительный нос и острое зрение. Изначально порода была выведена для охоты на птиц, однако кокер-спаниели уже давно любят как домашних питомцев. Рост кокер-спаниелей в среднем составляет от 38 до 41 см, вес 14-15 кг, а продолжительность жизни 14-16 лет. Английские кокер-спаниели относятся к группе ретриверов. Спаниели и водяных собак по МКФ. Эта порода отличается грациозностью в движении. Одна из характерных особенностей английских спаниелей – длинные висячие уши, покрытые мягким ворсом. Кокер-спаниели – подтянутые и очень подвижные собаки, перемещаются энергичными скачками. Завидев крупную птицу или самолет в небе, они нередко делают стойку на задних лапах. Кокер-спаниели – игривые, активные, жизнерадостные и преданные собаки, которые хорошо понимают эмоции своего хозяина. Их очень легко приучить к послушанию, однако пес такой породы будет слушаться только одного хозяина. Представители такой породы прекрасно ладят со всеми членами семьи. Но если собаки вдруг причиняют боль или настойчиво приказывают что-либо сделать, она станет проявлять агрессию и ни за что не потерпит такого отношения. Спаниели замечательно относятся к другим животным. Исключение составляют небольшие экзотические птицы и мелкие грызуны, на которых собака привыкла охотиться в связи со своим происхождением. Кокеры любят гулять на улице с собаками других пород, выступают инициаторами всех активных игр и с удовольствием ездят с людьми в машинах, выставляя морду в открытое окно. Английский кокер-спаниель прекрасно сочетает в себе такие качества, как добродушие, высокий интеллект и хитрость. Линяют такие собаки часто и сильно. В этот период необходимо вычесывать кокер-спаниеля каждый день и особое внимание уделять уходу за шерстью. Преимущественно такая особенность является сезонной, но для того, чтобы она не стала круглогодичной, в доме должна быть высокая влажность, нельзя допускать пересушивания воздуха. Воспитание можно заниматься как в домашних условиях, так и с кинологом. Обращаем ваше внимание на следующие аспекты. Будьте требовательными, не стремитесь баловать воспитанника, чтобы не получить неуправляемого разбойника. Не кричите и не нервничайте ни при каких условиях. Это плохо отражается на обучении и психике собаки. В воспитании не применяйте физического наказания. Английские кокер-спаниели очень активны, поэтому они подойдут тем людям, которые любят игры, частые прогулки на свежем воздухе и охоту. Также это невероятно веселые и добрые собаки, готовые всегда поддержать своего хозяина. Кокер-спаниель станет для людей настоящим преданным другом. При выборе щенка обратите внимание на размеры малышей. Чрезмерно крупные кокеры зачастую превращаются в рыхлых собак. Важно, чтобы длина тела примерно равнялась высоте в холке. Присмотритесь к тому, как щенки ведут себя, играют между собой и общаются с людьми. Задиристый малыш может стать агрессивным, а тихий и робкий, возможно, не очень хорошо себя чувствует. Если вам нужна собака для охоты, выбирайте щенка от рабочих родителей, имеющих соответствующие дипломы. Внимательно отнеситесь к этим вопросам. Английский кокер-спаниель требует ответственного отношения к воспитанию. Если вы хотите завести себе надежного, сообразительного и вечно позитивного друга, который будет радовать вас каждый день, английский кокер-спаниель идеально вам подойдет. Друзья, на нашем сайте вы можете познакомиться с породой английский кокер-спаниель и приобрести щенка от проверенных и титулованных родителей. Наши ответственные заводчики помогут вам на всех этапах взросления щенка. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если видео было для вас интересно. Пишите в комментариях вопросы, которые вас интересуют, и мы постараемся на них ответить. Увидимся в следующих видео.